Волк в овечьей шкуре, он же шеф, он же Андрей Талалай. Канал «Будни шефа», принадлежащий Андрею Талалаю, походу загнулся. Но я думаю, что причина тут в шефе, он же Андрей Талалай. Андрей Талалай хлебнул уксуса, а это быстро возвращает чувство реальности, которое было потеряно Андреем Талалаем. Андрею Талалаю нравится, когда заднюю часть лижут, а так как он себя окружил такими людьми, которые только это и делают, то первое же столкновение с реальностью повергло Андрея Талалая в шок. Андрей Талалай забанил на канале «Будни шефа» уксус влог. Если бы он просто проигнорировал, это одно, но он заблокировал уксус влог на своем канале. Это истерическое поведение говорит о многом, этот поступок открывает всю его психологию. И это неприятное зрелище. Бегство с собственного канала и его поведение в комментариях, я уже не говорю про историю с ДТП. Причем ДТП было два, одно с Калин 86. Другое с машиной из его конторы, которая называется «Общество с ограниченной ответственностью РТИ. Сервис». В двух этих ДТП виновны водители общества с ограниченной ответственностью РТИ. Сервис. Так вот, Калин 86, который подмазался к шефу и является его любимчиком, ничего не оплачивал, и на него никакую отработку не повесили. А другого водителя, шеф он же Андрей Талалай, заставил отрабатывать убытки по ДТП. Вот такой хороший, добрый, замечательный шеф. Примечательно, что сам Андрей Талалай про ДТП с Калин 86 вообще ничего не сказал ни разу. Андрею Талалаю нравится только когда заднюю часть лижут. Какой шеф хороший, добрый, замечательный. Шеф, привет! Опять шеф называю. Не называй меня шеф. В какие бы одежды, шкуры, не рядились такие люди, все равно, их истинное лицо будет видно. Я сразу понял всю психологию этого шефа. Волк в овечьей шкуре. А когда шеф, он же Андрей Талалай с канала «Будни шефа», хлебнул уксуса, то у него, как-то сразу, начался творческий кризис, и он ушел с Ютуба. И до сих пор не может вернуться. Хотелось напомнить, Андрей, шеф, снова стал снимать ролики. У него был, как он говорит, творческий кризис. Вот такое вот. Извиняюсь, на канале была долго очень пауза. Долго я ничего не снимал, долго ничего не выкладывал. У меня были, ну, есть на то свои причины. Вы можете подписаться на канал Уксус Влог для быстрого доступа к новым видео. А на данный момент это все.